что делало нашу жизнь еще веселее. А почему вас-то обвиняют? Из-за поддельного письма. А что за письмо? А видите ли, перед смертью Пелит отправил своему другу письмо, в котором сообщил, что боится меня. Потому что я не отдаю! Убийца! Ты-то что встреваешь, лохматый? Убийца подделал почерк и выкрал фамильную печать из дома погибшего! Ну тут все очевидно, я думаю, конечно. Именно так это и произошло. Ну, они знают все. Ясно! Это все? Нет! А нет! Я еще проституцией занималась! Ай да ну да ну да найдра да с дальнобойщиком артатурочки да. Эх, жизнь у меня была интересная! Убийца! Кто бы он ни был, использовал! Возможно, может быть и я! А может быть и нет! Микато! Кейто! Микуру! В качестве своего оружия! Что это? Это три японских слова! Микато! Это же вот божественная Микуру. Вот это вот. Можно перевести через Google Translate и прочитать на японском? Микацкето Микуру. Пьяная японская девочка. А переводится это как? Не знаю, я вбил русские слова. Японского на русский. Ну блин, сейчас надо пробельчики поставить, сейчас, секунду. Раз, два, три. Божественная Микуруру. Миката Китоми приходит. Микати Китоми приходят. Я думаю, название препарата. Микатики приходят. Микатики Китоми приходят раз в месяц к девушке. Микати Китоми куру. Что это еще за... Я вам сейчас расскажу, что такое Микуру. А, ну я же говорил препарат, смотри. Мистическая Микуру, сейчас я вам покажу. Бонни, считай, мы это уже пробовали у господина Вы. Подожди, я не знаю, что ты там пробовал. Боишь, меня напрягаешь, что ты знаешь такие песенки. Учитывая, что детей у тебя нет. Я под нее Одессу настерял. А, понял. Тогда все объясняет это. Жалко, прочитай, пожалуйста, свою реплику, Бонич. Да. Редкий яд вызывает смерть, начинающуюся с галлюцинаций. Его часто используют демонологи. Не надо. Вас явно хотели подставить, скажу вообще как профессионал. Вообще красава! Сережа размял шею. Думаю, чтобы найти настоящего убийцу, вам потребовался бы хороший следователь, а не адвокат. Но я хороший следователь, а не адвокат. Хороший следователь у нас был! Это Сидилиус. Но потом пришла Ольга. Да сел. Сидилиус его звали, ну. А Брайль вернулся к окну. Mm-hmm.
А теперь нужен адвокат! Можно узнать, что со следователем произошло? Тут, видимо, туда же, куда и следователь, туда и адвокат отправится в конце. Не подведите нас! Да когда я вас подводил? Я постараюсь. Посадим, отмажем, что надо сделать. Сережа отбрал дело в суд. Заседание послезавтра утром. Вам придется поспешить. Поспешить попить чаю. А можно попозже заседание? Блин, нет. Мы на самом деле можем не успеть, потому что надо корней малины наварить. Это уже день. Ну, с учетом обеда, завтрака и сна. Ну, она только принесет, мы же отваривать еще должны. А куда вообще делать? Лучше не видели больше после этого. На базаре. Почему вы позвали меня так поздно? До свидания. Это не один вариант, нет? Один. Надо быстро перекликивать. Почему вы позвали меня так поздно? Я не понял вообще. Видите ли, сейчас Джада! Это Джаба Хат, видимо. Нужно находиться. О, Куба. О, Куба. Ты кресло разговаривает, оно еще так пульсирует. Кресло часто трогает на ура. Находимся на выпуске программы «Улица Сезам». Как я люблю крекеры! 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 Миката! Следующая новелла мы будем уже вести непосредственно. Джада сейчас должна находиться под стражей! Ну, у нас и охранники пришли! Вместе с следователем! И никто не должен деть! Против ареста, Сидилиус! Вы не имели ничего против! Не думаю, что эти случаи можно сравнивать хотя бы в каком-то смысле! Пару секунд спустя. До свидания. Как будто и не говорили. Ой! Не кашляй, не болей! Бей корни малины, Сергей Владимирович! Сережа подключил больничный кабинет. Глупо было надеяться, что обрали для меня хорошие новости. Куда ты кидал? Шварценеггер. Он вышел на улицу и сделал глоток. ГВП, сэвим. Прохладный ветер развил. Очень прохладный ветер. Ветер в голове у него. Надеюсь, завтра это дело не покажется мне таким безнадежным, как сегодня. Смотрите в следующей серии. Я не нашла корень малины. Я нашла корень малины, что делать? Это дело безнадежное. И такие, мы отпускаем Джаду. О, нет, нет, Абраль, пошел вон, скотина. Ну, сейчас давайте до дома дойдем, там сохранимся. Там на кровати сохранение у нас. И в конце проходящая мимо вот эта вот мимёнка такая. А вот что ты мог бы иметь вместо неё? А вот что ты мог бы иметь вместо неё? И такой... Серёжа добрался до дома тоже через в конце Дима! Однако здание не... Окна здания не горели, а лишь слабо отражали. Это очень важно, Серёжа. Это полная луна, ребят. Полная луна. Впервые в жизни юноша задумался над тем, что добрался сюда, не думая о дороге. Он просто пришел по памяти, как к себе домой. По сути, это уже и был дом. Хотя свыкнуться с этой мыслью все еще было непросто. Да и было еще тише, чем набор рандомных фактов, он как Чукча. Стараясь не нарушить эту атмосферу, Сережа прошаркал свою комнату. Прошаркал? Прошаркал. Тапочкой. Когда он опустился на кровать, у него не осталось сил даже на то, чтобы поразмыслить. Думать! Сложно! Плохо! Нет сил! Сказать три фразы! Держаться нету больше сил! Держаться нету больше сил! К этой планете систему Медуза юноша погрузился в глубокий сон. Там ему и место. Я думаю, что... Может, он в кому его отправить? Может, он там в ней лежит. Спят усталые игрушки, книжки спят. Спят.
и... Еще через два выпуска. Мама, я не хочу. Отличное место, чтобы сохраниться. Так, мама, кстати, я первый сейв, где мы выбираем между ними и вместе предоставляю. Для исследований. Индивидуальные исследования я думал проводить. Нет, еще у меня грант. Он уже все концовки открыл. Все, уже посмотрел. Конечно. Ну что, я вас поздравляю, мы пережили еще один день в Виминале. Тяжело быть Сережей. Да. Скорее всего, нас ждет последний день, я что-то предчувствую уже. Кстати, только дело похерить, конечно. Надо. Так что, Бонечка, я так понял, в пятницу ты не можешь, в субботу ты не можешь, значит, в воскресенье заканчивать. А в воскресенье я буду в Сочи. Я буду в Сочи в воскресенье. Давайте в субботу. Или в субботу кто не может? В субботу Бонич не может. Бонич может в субботу? Нет. Может, он будет только из поезда стримить. Слушай, а завтра? Нет. Ну просто смотрите, либо неделю получается мы ждем, либо... Да, интрига, конечно. Погладила свою киску. Правда классная. На этой фразе нам предлагают трансляцию и как бы... Думать о хорошем. Да, положительной ноте, позитивной. Прощаемся с... Донатьте, ребята, смотрите. А уже все есть. На целый альбом уже донат. Тысяч, наверное, 7 уже. На донатили. Да. Идите в жопу, какую... Я придумал вас книгу папочкой. Идите в жопу, какую неделю. Го завтар. Какую старик, неделю? Старик будет. Ой. Молодые стримеры устали задницы и пошли. Да. Сегодня, завтра, гол. Давай, счастливо. Всем спасибо и до связи. Следите за анонс. Да. Пока, ребята. Yeah.
Unit
Unit destroyed.